Германия повысит расходы на оборону в рамках НАТО. Ангела Меркель согласилась с требованием Дональда Трампа, что ФРГ, как и другим странам-членам Альянса, стоит увеличить свой вклад в оборонный бюджет объединения. Расходы Берлина поднимутся до 2% от ВВП. Об этом немецкий канцлер заявила на мероприятии Христианско-демократического союза в рамках своей предвыборной кампании. Президент США неоднократно упрекал другие страны НАТО в недостаточном софинансировании организации и невыполнении своих обязательств по договору.